Ой, что это? Я пошел за конфетами. А тут такое. Это во дворе у нас очень много крыс стало. У нас очень много крыс во дворе. Видите, как они ползают, какие крыски. Где же все коты? Где ни одного кота нет? Привет, привет, ребята! Вы на канале Софи Элис Лайф. Не забудьте подписаться на наш канал. У нас впереди очень много интересного. Наш волшебный единорог Жора убежал за конфетами сегодня, да? Да. Ой! Что случилось? Ужас, я пошел за конфетами! Так. Сонечка, купил? Представляешь, а там очень много крыс на пути, крысы! Крысы везде! Представляешь, Сонечка, везде крысы! Да ладно, ну да, никаких крыс. Да, нам срочно, нет. Срочно нужен кот. Кот! Нет, нам нужно много котов! Много котов? А где же нам возьмем много котов? Не знаю! Нам нужен котолол! Срочно вызывайте и делайте котолол! Сейчас я попробую вычеркну кота черного страшного, чтобы они испугались меня все! Рыжий! Почему? Ой, а лучше не черный, во-первых. Во-вторых, это ж не настоящий, как он тебе будет ловить-то, крыс? Ну, вычеркивай его обратно. Ну, я не знаю! Ну что, каталол, говоришь, да? Да, каталол! Я вот совершенно случайно как раз к сегодняшнему дню, не знаю, как чувствовала, сделала вот такой огромный чемодан лол-сюрприз. Каталол! Смотрите, какая чёрная кошка. Ух ты, ничего себе! Смотрите, какие ушки! Котяра! Открывайте сейчас же, скорее открывайте! Ну что, откроем, ребят, наш чемодан каталол. Смотрите, какая кися. И посмотрим, что же там за коты. Может, они переловят этих крыс, который так испугался Жора, да? Мне надо срочно попасть за конфетами, иначе будет... Как же ты без конфет, конечно. Я убираю. Да ладно, подожди, убирай. Стоп, ну давай, открывай уже, что там за коты. Жорочка, ты так испугался, бедный, да? Да, я боюсь крысы. Так, ну что, первый кот какой-то, да? Ой, вот маленький кот. Что за первый кот какой-то? Фуриал Фэнс? Нет, Софа, она не пойдет, он такой не догонит крысы. Не догонит? А давай посмотрим. Ой, котяра! А что у него хвостик-то где? Это специально обученный, чтобы приманивать крыс. А, смотрите, у него когда колесико вертится, по-моему, у него хвост дрожит в разные стороны. Так, тут какой-то держатель, видимо, для... Котодержатель! Котодержатель, да, для поводка. Ну, такой мягенький, симпатичный. Смотрите, какая мордочка хорошая, да? Язычок маленький, розовый. Так, давайте срочно крысу будем испытывать, сейчас его... Так, интересно, что за механизм? Стоп, давай поводочек доставай. Держи. Тут вот еще, кстати, какие животные интересные. Смотрите, зайчик, панда и даже единорог. И бячик. Ничего себе, единорог даже. И собачка. О, это я там есть, да, только я боюсь крыс. For real friends. Так. Так, ну что? Ой! Так, и что это за кот? Что это за кот? За кот такой недоразумение. Это маленький котенок, он не сможет ловить. Ну, крыску не напугаешь. А, давай я посмотрю. Вот смотри, приподнимаешь так. А, прикольно, смотрите, приподнимаешь. И он так вверх-вниз катится. Нет, таким крысу не напугать. Давайте следующий. Да, ну это как для малышей совсем, наверное. Та-дам! Тащи. А что, два кота сразу каких-то, да? Ничего себе, вот там черный есть. По-моему, да, черный котик. Это, по-моему, кошечка и котик, да? Ну-ка, давайте посмотрим, Соф, рассматривай. Прикольные? Это же Амантис, это знаменитые коты Амантис. Какие еще Амантис? Эксклюзивная серия. Смотрите, какие симпатичные. Ой, это кот и, по-моему, его подруга-кошечка. Здорово! Ничего себе! Сердечком, птичка у нее здесь вышита на груди. Ну-ка, Софи, давай, освобождай их от упаковки. Один кот и второй кот. Ой, какой черный, прикольный. Мяу-мяу, ну что, как ты думаешь, Жора, эти коты справятся с крысой? Только дорогу не пусть не переходят. Ой, смотрите, у них любовь. Крысы их очень быстро укусят за лапки. Ой, такие няшные, мягенькие. Очень удобный размер такой. Я не то чтобы карманный, но в поездку с собой брать. Ладно, я придумал, мы соберем целую армию вот таких котов. Да, и пойдем на крыс войной. И пойдем войной на крыс. Тут.
кошечка симпатичная. Смотрите, как они лапами. Прикольно брать с собой такую на улицу, очень няшный. Можно даже на рюкзачок повесить, да? Так, эти коты у нас тоже в итоге не справятся с крысами, да? Давайте следующего доставать. Может, у нас какой-нибудь там уже бойцовый кот попадется. Так, кто это такой? Это Жорик, давай, дай сюда, смотри. Что это, Софи, как ты думаешь? Это, знаете, что такое? Это звуковая соломинка. Она должна мяукать, по идее. О, боже. Проверим. А ну-ка, давайте откроем, посмотрим, что там. Тут стакан вот такой. Ага. Так, Софи, ты пока смотри, а я... Мы посмотрим инструкцию. Ой, тут и собаки, и коты есть. Прикольно. Вот, смотрите, состоит стаканчик из, собственно, стакана и кота с трубочкой. Трубочку можно вот так регулировать, да. Только я не понимаю, как мы будем с крысами бороться. Да, только с крысами как мы будем бороться. Мы будем пугать мяуканьем, ты не понимаешь. По-моему, вот здесь надо включить. Мне единственное, что не нравится, что он вот так вот ползает. Почему они его не закрепили никак? Ну-ка, тест-драйв, давай, Софи, пробуем. Короче, когда пьешь из этой трубочки, Соф, ну-ка еще раз давай. Еще раз давай. Котик мяукает. Прикольно. Вот такой стаканчик, если сдусится, можно потом в любую... А ну, потяни. Будет? Нет, так он не мяукает. Без водички. Без водички он не мяукает, да. Видимо, когда вода попадает в соломку. А ну, Софи, давай еще разочек. Так. Вот такой вот прикольный стаканчик, да, Софи? Который при питье из него водички или сока, или любой другой жидкости мяукает прикольно. Не, все классно. Да. Нет, этот кот все равно не сможет бороться с крысами. Он такой маленький, хорошенький, это котеночек. Давайте его пока выключим и достанем следующий подарок. Давай, что-нибудь такое. Это волшебница, да, потерянные котята. Там, кстати, есть очень такие коты, серьезные. Как молочко открывается. Да, открывается как молочко. Так, мы такие уже открывали, это вторая только серия, да? Вторая. Так, вкладыш, давай там мы посмотрим. Тут есть наверняка коты, которые, смотрите, какие они. Да, опять шоколадное молоко. Опять шоколадное молоко, да, да? Жора, ты такой балованный, невозможно. Кстати, мне кота. Жора. Доставай все, что так, там пакетик есть. Пакетик Софи достала. Выковыривай, что там еще есть, я пока пакетик открою. Ой, а там какие-то причины. Можно я достану кота? Можно? Та-дам! У нас такого еще не было. Боже, что-то с ним такое, я извиняюсь. Что происходит? Он надувает шарик. Не знаю, какой-то зеленый кот. Одно ухо опущено у него. Одно вверх. А мы сейчас посмотрим, что он делает. Софи, ты пока аксессуары выковыривай оттуда. Так, вот такой нам попался вот такой кот. Он, по-моему, ест, что-то ест, какой-то панкейк или блинчик, я не знаю, что происходит с ним, что это он такое лопает. Так, что там у него за аксессуары? Это какой-то что-то... О, бластер какой-то! Жора, смотри, бластер против крыс пригодится! Он, наверное, маленький, но... Пиу-пиу-пиу будешь делать! Пиу-пиу-пиу! Бедные крысы, теперь им хана прием. Так, вот такие часики, пи-пиу-пиу, бластеры, все что ли там, да? А, там еще наклейка какая-то должна быть, да, к этому коту. Что же он все-таки ест? Ребят, напишите, он панкейки или блинчики ест, что он там ест? Ну, вот этот попался. Да, вот этот попался. И тут вот, естественно, да, он какой-то бутерброд ест. То ли тако, то ли бутер. Видите? Я тебя слеплю в кусочки. Все в пластилине, даже наклейка. Софочка, слепи, пожалуйста, крыску. Жора, это не ты сделал? Ну! Я какие-то руки какают бабочками! Фу, какие вы балованы! Все, я у вас забираю, а то вы сейчас еще что-нибудь гадостное слепите. Давайте доставать следующий сюрприз. Этот кот тоже не годится. Это черного кота! Кто там еще? Есть что-нибудь у нас? О, какой-то серенький котик! Тоже молчит! Это пушистик! Ой, класс! А ну еще! Как ты это делаешь? А, ребята, это серия For Real Friends, видите, которые реагируют на прикосновение. Тут два контакта замыкаются. Смотрите. Класс, да, и он начинает мурлыкать. Это кот-крысоборец. Класс. Такой хорошенький. Просто пушистая мягкая игрушка. Внизу, видите, механизм для вот этого мурчания. И все, больше ничего нет. Ни лапок, все нарисовано остальное. Вышитые глазки. Да, ну можно с собой брать, например, куда-нибудь. Классный, да?
Я уже чувствую, как крысы бегут в разные стороны. Ну, не знаю, мне кажется, он настолько милый, что с крысами нашими он, ребята, не справится. Он не справится с нашими крысами, так что давайте следующего доставать. Ну все, теперь должен быть. Та-дё! Это точно не справится с крысами. Это кот Такса. Кот Такса. Ну-ка. Ой, какой мягенький. Да еще какой прикольный. Открою. Или катанол. Жора, там же можно что-нибудь хранить. Смотрите. Туда можно крыску посадить. Мы крыску посадить, да. Или игрушечки свои хранить. Смотрите, какой симпатичный. Мяу-мяу-мяу. Прикольный хвост. Хвост трубой у него мягенький такой на ощупь. Пенал прикольный. Что, там что-нибудь у нас осталось еще? Последний шанс нам сразиться с крысами. Все, да. Больше ничего нет в нашем каталоге. Так, а это что у нас такое? Lost Kitties, только молочко, да? София нам откроет, мы сейчас посмотрим. Так, вкладыш выпал сразу. Мы глянем. Ой, какой он бедный тут. Свернули его. Каталис! Каталис? Так. Каталис. Вот такой вкладыш, очень сильно помятый. Тут тоже котятки. Lost Kitty и Tibiti. Tibiti. Ну какие же они вредные. Слушайте, они на нашего Жору мне напоминают. Вот вреднючие коты. Ну какого Жора? Меня что ли? Тебя что ли? А кого? Так, вот такой как кот нам явно попался. Зеленый какой-то. Завел, сажу в лес. Что-то у нас какой-то сегодня день зеленых котов. Ну-ка, Софи, что там было? О, молочко действительно похоже, да? Действительно похоже на молоко по цвету. У нас один черный кот и тот. Ой, кот-малыш. Кот-малыш хранить прикольно, кстати. Ну-ка, покажи нам. Ой, какой маленький. Малюш. Кроссовка. Короче, тут очень маленький кот. Да, давай сравним его с тем. Да, крыски эти испугаются. Смотрите, он даже по сравнению с этим, как, с этим какой крошечный. Да. Ну, нам давненько не попадался белый пластилин. Давненько нам не попадался, да. Да, маленький котик, конечно, крысы его не испугаются, ребят, вообще. Сейчас посмотрим, кто нам попался. Жор. Вот такой нам попался кот, которого Жор, зовут Джордан. Он, да, Жора! Джордан. Жора. Джордан. Ну что, ребят, напишите в комментариях, у кого дома есть коты, кто любит котов, обязательно ставьте нам большой пальчик вверх. Или котят, да. У кого есть дома кошка, а кого есть Жора, тоже пишите. Да, присылайте нам котов, мы будем бороться с крысами. Все, всем пока-пока!